Информация никогда не бывает лишней, если речь идет о вашем веб-сайте. Подробные сведения, представленные в новом интерфейсе AdSense, помогут вам лучше понять, как оптимизировать свой сайт и увеличить доходы. Одного взгляда на графики показов страниц, кликов и доходов будет достаточно, чтобы оценить количество заработанных средств. Мы также добавили более подробные отчеты по эффективности, позволяющие анализировать доходы по таким настраиваемым показателям. Предположим, вы хотите оптимизировать сайт на основе типов рекламных блоков или объявлений. Чтобы сравнить эффективность блоков размером 300 на 250 и 728 на 90, можно просмотреть данные по размерам объявлений. Полученные сведения позволят обоснованно выбирать более эффективные рекламные блоки и, следовательно, увеличить доход. Отсортировав отчеты по типу объявлений, можно сравнить эффективность текстовой и графической рекламы и выбрать подходящие форматы объявлений для своего сайта. Эти данные помогут вам найти правильные соотношения текстовых и медийных объявлений. В новом отчете по продуктам будет представлена сводка по доходам, полученным от рекламы в контентной сети и из окна для поиска, а также от любых других используемых продуктов AdSense. Эти отчеты также позволяют сравнивать различные диапазоны дат, чтобы лучше понять, как сезонные и годовые колебания влияют на трафик и размер вашего заработка. Если для измерения входящего трафика сайта используется Google Analytics, можно получать еще больше данных. Чтобы получить доступ к дополнительным отчетам, позволяющим выделить наиболее прибыльные источники трафика, нужно лишь интегрировать Google Analytics и AdSense. Информацию, которая поможет в развитии вашего бизнеса, можно найти в разделе «Отчеты по эффективности» нового интерфейса AdSense.